Вот Володя затопил первый раз голландку. Вот она какая. Сколько радости ребенку. А тут сверху будет еще 2 метра труба. Ну, не могут бандаж привести, Игорю не до этого. Тяга будет хорошая. С этой стороны ветерок поддувает, так что задавливания нету. Пойду, я сажу выносил, почти 3 ведра. И как бы в такие узкие колодцы, как бы горел. О. Ну еще. Все. Уже дым идет, затоплено. Да я видел. А как ты видел? Слышу, что печка шумит. Давай, я сажу вынес, Володя. Вот некоторые не знают, что такое, вот я покажу сейчас. Это не боевой нож. Это нож переплетный. Вот покажу, у меня вот он какой нож. Вот. Заточка идет только с правой стороны, потому что левая режешь ровно по угольнику, чтобы нож никуда не шевелился. Я много вел курсы разные переплетного дела, научил священников, диаконов. Мне нравится это плодоносие. Кто только не приходил. Архиереи радовались, получая книги переплетенные. Притом переплетание старинным методом. Вот оно как. Шнуровым. Это надо знать просто, что такое. Сейчас мы выходим. Сейчас мы будем. Вот она, задвижку даже видно. Это на летнюю топит. Вот она сейчас разгорается, сейчас еще туда щепок опустим, ну и видно будет перекрывать, канавы нагреваться будут. Вот, под лестницей еще крючки у них, но, ребята, я все удивляюсь, какие они мастеровые калашниковы. Счастливая мать и отец, имеющие таких детей, да если они верующие. Там даже огонь видно. Православный, да, видно, вот она. Вовьюшки. Я не закрываю ее, вот закрыл, теперь не видно. Надо посмотреть, как пойдет. Все. Сейчас идет по каналам. 4 канала вертикальных и 2 большие довольно канала горизонтальные. Очень хорошо идет. А это? А это русская закрыта, чтобы подтяги не было. А это должна быть закрыта, а это открыта, но ее нету. Так что хоть жестянку вырезай какую. Утащили некоторые люди. Так, если ты хочешь сейчас туда вывалить то ведро, Володя, вон то ведро с этими, со щепками. Надо открыть летние. Сейчас, сейчас. Давай вываливать тогда. Давай. Ух, как жарко. Так. Надо открыть напрямую. О! Давай, вываливай. Кто там? Руками нигде не трогай. Да я деревяшка. Что ты? Надо еще что-то бросить. Полежков каких-нибудь. А? Полежков каких-нибудь, говорю, бросить надо. Ну, видно, что идет. Я обычно, когда затопляю, печку сделаю хозяевам. Ну, духовка. Вот духовка. Еще надо здесь вот. Вот. Ну, а это вот тут уже идет. Надо чем-то заложить тут. Плиту подвинуть сюда. Плита отошла. Плита отошла. Сейчас ты ее можешь подвинуть даже. Сейчас я возьму нож переплетный. А здесь забилось. Тут надо вычистить сперва.
Ну да, здесь сначала убрать. Вот, ножом. И здесь. Вот это. Вот теперь ее надо сдвинуть. А сдвинуть можешь даже он топором. Сейчас. Топориком. Возьми. Вон топорик лежит. Володя, как аккуратно через бумагу, это грязный. Ну, что сделать можно. Ну, о, все, а это уже ничего не значит. Можно было еще подвинуть маленько. Еще, да? Да. Нет, все. Все, 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 где-то уперлась она вон там, уперлась. Ну, маленько неровно. Это уже никакой роли не играет. Тут можно асбестом шнуровым у меня есть. Тут нож даже не едва пролазит. Угу. Все. Закрыто. По-зимнему. Печка не дымит. Докладываем мы. Печка не дымит. Все, слава Богу. Слава Богу. Так, Володя, ты готовься вытащить кирпичи вот эти плохие. Вот. О, о. Какая? Дым проходит здесь. Дым проходит. Так замажь пальцем-то, ткни в нее. Ты, печка маленькая-маленькая. Тут прямо... Промажь так еще чуть-чуть. Она же давно стояла. Вот показать, какая она вот. Ноготь, толщина ногтя. Так. Проведи по ней. Все, нету. Вот потекло в другом месте, это лопнутое, гляди. Проведи везде. Так это может надо... 13 лет хозяина не было. Может надо немножко отколотить, да замазать нормально. Да не надо отколачивать, вот так вот и все. Зачем? Нету ее. Тем более она сейчас прожигает сажу, которую мы отбили, но не вытащили. Ну из сажи, говорят, алмазы умеют делать. А ну мы уж, нам не надо алмазы, это опасно. Жулики будут. Так. Сейчас я посмотрю, как, когда у нас по-зимнему. Как. О! Эти уже медленно так идет. Володя, открой-ка летнюю! Летнюю открой! Смотрите, как летняя. Разница есть? О! Закрой! Все. У меня сестры я как-то делал. 13 задвижек. Многоканальная, 7 каналов. И можно было пускать дым в обратном направлении. Он сам себя уже сажу эту вытряхивал. Я ей сказал, храни. Я одну только печь такую делал. 13 задвижек. А где это? В Казахстане. А, в Казахстане. У Евдокии. Видишь как? А когда труба выше, тяга еще больше будет. Ну да. Все. Все. Давай. Спаси Христос. Аллилуйя. Мой руки, брат, и на ужин идти пора. Замечательно получилось. За нас многие молятся. Вот тут сделали мы отдушину. Отдушину как? Вот отмостку нынче сделали вокруг. Видите, какая отмостка. И вот это пока деревянная, так не очень-то презентабельно смотрится. Ну, отдушина есть отдушина. Видите, это на железной дороге под рельсы тут ликвидировали. Ну и... Видимо, досталось как-то. Вот отдушина с этой стороны. Теперь все отдушины видно. Вот с этой стороны ребята стену пока занимают. Весной к моему приезду договорились, они освободят. Вот. Это я иду с этой стороны показать, как отмостку сделали. Это она где-то на 80 сантиметров везде. Видите, как тут ее не было. Володя, сделали. Прошли. Вот с этой стороны тоже отдушина. Вот.
О, там дым пошел. Мокна в окна наши. Ой, интересно как. До чего интересно. Ну вот, теперь показать. Здесь отдушины. И там лестница, и тоже отдушины. Это большое дело. Ну и все замазали. Все щели прошли. Видите, как отмостка. Все это держится. Ну и дым. С той стороны можно посмотреть, как это выглядит у нас. Вон деревня наша. Там техника Игоря Барабаша. Петра Григорьевича Калашникова. Тут на столбе большой фонарь горел. Нам надо тоже его сделать. Ртутная лампа, что ли. Она как раз прямо светит. И светит она вдоль деревни, когда на богослужении ночные моления были. Вот показать. Вот он. Вот еще 2 метра добавьте к этому. И колпак. Все, почти 3000, ваши 2000 с чем-то. Сами делать не умеем. Приходится покупать. А это вот большая труба над баней. Вон какая она. У нее высота тут у них никак не меньше 3 метров. Может, с половиной. Там поменьше. О, сарай куда идет. Труженики. И лошадь была у них. И корова. И овечки. Я не знаю, поросят держали, нет. Ну, не считая всякую птицу. Теперь вот в городе они, не знаю, выгадали что или нет. Вот с этой стороны, видите, какие стояли. Это ворота настоящие можно было сделать. Как одни рассказывают, здоровые такие братья были. Двухпудовые гирю через такие ворота, вот представь себе, бросали друг другу, и тот ловил, а обратно кидал. Ну, пришли большевики, забрали, еще, ну, подряд гребли кого. И повели на расстрел. Иди по дороге, а он идет по траве. Хоть по травушке последний раз пройти. Вывели, расстреляли. Без Бога по-другому не могло быть. По травушке, муравушке пройти. Мы не знаем, что будет завтра. Надо молиться за правителей, чтобы Бог сохранил от покушения. Издавали мудрые законы, чтобы детей по лагерям не душили. Вот. И жизнь будет другая. Никого не трогали. Кто как верит, так и пусть верит. Ему так нравится, или как сказать. Вот все. Электричества тут у нас пока нету. Боимся на зиму делать. Все отрывают, вывозят. А счетчик наружу только. Еще попробую открою. Вот он. Ну все, Володенька. Уходим.